Приветствую вас. Предлагаю вам сегодня вечерком 20:00 за киевским временем 8 февраля 2017 года на моем телеканале в прямом эфире поговорить про будущее экономики Украины с точки зрения индустриализации, промышленности, ну вообще с точки зрения какие сферы экономики более-менее приоритетные, какие действительно может, не настолько успешны. И вообще, вот какие заводы надо в Украине строить? Какие развивать, какие реконструировать? А какие, наоборот, не стоит? Что еще нового может показать экономика Украины? Давайте на время немножко забудем о политике. Я сейчас говорю, что поговорим про будущее Украины, но не про политику. Мы рассматриваем, какие сферы производства и вообще, какое может быть будущее Украины с точки зрения денег. Ну и с точки зрения, что этот бардак, конечно, как можно быстрее закончится. Итак, сейчас напоминаю, сегодня 20:00 за киевским временем. Всех жду на моем канале в прямом эфире. Поговорим про будущее экономики Украины. Если у вас будут вопросы умные, интересные, пишите под стримом. Поговорим.